главный специалист областной службы спасения Саргамаса Сергей Васильевич. Значит, сегодняшний день, значит, у нас будет сегодня проходить крещенские купания, где будет массовое мероприятие проходить около ротонды. В данный момент областной службы спасения производится выпил майны и будет установлена безопасная клетка для того, чтобы не было никаких экстренных ситуаций, если что-то случится с человеком, чтобы он не мог попасть под лед. Спасатели также будут находиться около майны, будут наблюдать и следить за всем тем, что происходит. А сколько примерно человек будет сегодня задействовано? Хочу сказать, что по прошлому году у нас всегда было где-то больше 3000. В этом году не могу сказать, потому что это выходит на рабочие дни, то есть со среды на четверг. Не могу сказать, сколько будет народу. Это уже покажет момент, когда начнется все это мероприятие. А вы, как понимаю, переходите на усиленный режим? Конечно, конечно, да. У нас не одна точка, у нас и по области есть данное мероприятие, которое будет проходить. Областная служба спасения будет находиться в таком повышенном усилении. Усилении, да. И такой вопрос, в случае, если, ну не дай бог, об этом не будем человеку говорить. Спасатели будут находиться у каждой майны, будут следить, наблюдать, подсказывать, если что-то неправильно делать. Должно пройти все без. Будет установлен пункт обогрева, где по прошлому году, по позапрошлому году областной службы спасения будет выставлен модуль пневматический. Будут тепловые пушки, будут лавочки, будут вешалки. Так что все будет предусмотрено. Середину не можно, чтобы каждый по лестнице. Вот. По лестнице у нас.
Да, да, полезнее чуть-чуть. Давай. Опа. Все нормально. Сейчас с этими... Василий, тащи. Иди полезь.